клетку ребра, вытягиваемся поясницей, как будто бы удлиняемся и опускаем ребра на пол. Почувствуйте, как они, как грудная клетка станет устойчива. Затем руками чуть-чуть уходим вперед, чтобы был тупой угол между плечом и предплечьем, ладони в пол. И из этого положения начинаем движение головой. Вдох. И макушкой вытягиваемся вверх. Почувствуйте, как удлиняется грудной отдел. Плечи, лопатки направляйте в пол. И выдох, расслабляйтесь. Здесь самое главное, не перестарайтесь. Вдох. Макушкой потянулись, почувствовали легкое приятное вытяжение по грудному отделу и плечи, лопатки в пол направили. Выдох, расслабляемся. Повторяю. Вдох. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Вдох. Потянулись вверх. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Еще вдох. Вытягиваемся. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Заключительный вдох. Плечи, лопатки в пол. И выдох. Достаточно. Поставили носочки упором в пол. Подняли колени, затянули коленные чашечки. То же самое движение. Ноги все время напряжены, ноги прямые. Вдох. Вытягиваемся вверх. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Расслабились. Вдох. Вытягиваем грудной отдел. Плечи толкаем в пол. Выдох. Еще два раза. Вдох. Плечи, лопатки в пол. Выдох. И заключительный вдох. Плечи, лопатки в пол. Выдох. Достаточно. Отпускаете колени, вытягиваете носочки, грудную клетку на коврик и подтягиваете стопы к себе. Здесь можно по одной ноге даже держать, если пока две не можете вместе руками захватить. Если получается сразу две, то вообще прекрасно. Подтягиваем пятки к ягодицам. Так. Собираем пресс, вот здесь вот его нужно стянуть, почувствуйте его. И просто подышите, вытягивая переднюю поверхность бедра. Дышим, вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, и еще раз вдох, и выдох, достаточно, чуть приотпускаете, расслабляете руки, ноги, и со вдохом оттягиваете ноги назад. Отводите, приподнимаете грудную клетку, бедра, собираете мышцы спины, ягодиц и задней поверхности ног. И выдох, расслабляетесь. Вдох. Также можно делать с одной стороной, с одной ногой. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, и заключительный вдох, и выдох, достаточно. Отпустили ноги, руки вывели вперед. Так, попробовали приподнять живот над полом, выйти в удобный, доступный прогиб. Не обязательно он должен быть прям очень большим. Если что, уводите руки чуть дальше, чтобы снять нагрузку. Нашли свое положение, опускаете локти на пол, грудную клетку и голову. И движение начинаем с головы.
Вдох, плавно поднимаем сначала шею, голову, шею, затем спиной грудную клетку. В самом конце поднимаемся на руках, прогиб. Руки чуть присогнуты могут быть. И плечами назад проворачивайте. Трижды. И затем плавно с выдохом опускаете живот, грудную клетку, голову. Повторяем еще два раза. Вдох. И чувствуйте свой позвоночник. Мышцы и плечами назад. Проворачиваем. Выдох, плавно опускаемся. Движения неспешные. И еще раз вдох. Также неспешно поднимаемся. Задача прямо хорошо контролировать спину. Вытягиваемся и плечами назад. С выдохом опускаем корпус. Так. Руки переводите на уровень грудной клетки. Уводите таз на пятки. Живот опускаете на бедра. Руками вперед уходите. И вот про эту позу я говорил, что здесь мы дышим поясницей. Прямо почувствуйте поясницу, вдох расширяйте ее, на выдохе сжимайте. Вдох. Выдох. Для этого у вас должно быть нижнее брюшное дыхание. Вдох. Выдох. Еще раз вдох и выдох. И со вдохом переходите в позу кошки. Поднимайтесь в позу кошки через скругленную спину. Так, руки на ширину плеч, ноги на ширину таза. И кошачье движение позвоночником. Прогибаемся и затем толкаем спину вверх, скругляя ее. Вдох, прогиб, выдох, скругление. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Вдох, выдох. Чувствуйте весь позвоночник от копчика до макушки. Пусть у вас внимание распределено будет по всему позвоночнику. Так, еще один цикл. Прогиб. И скруглили спину, потянулись вверх. И затем через скругленную спину уводите таз на пятки, руками дополнительно уходите вперед. Вот здесь вот обратите внимание, я чуть приподнимаю ребра, чтобы удлинить поясницу, грудной отдел, и ухожу дальше вперед, вытягивая позвоночник и мышцы спины. И после этого опускаю голову и дыхание. Вдох, выдох, вдох. Выдох. Еще раз вдох и выдох. Достаточно. Со вдохом чуть-чуть приопускаете вытяжение и через скругленную спину снова поднимаетесь в положение кошки. Так, вышли в кошку. Подставили носочек на место колена, живот на бедро и с выдохом голову направляем колено. На вдохе прогибаемся. Смотрим чуть вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
вдох, еще раз выдох, и вдох, прогиб, уводим ногу назад, и сразу выравниваете таз ягодицы, подтягиваете пресс, собираете его, и если все хорошо, противоположная рука вытягивается вперед, держим баланс, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох и выдох, поставили руку, поставили ногу и меняем сторону. Вот здесь вот очень еще один такой момент есть для баланса. Чтобы у вас лучше баланс был, задняя нога, которая, поставьте носочек прямо вот упором в пол. Вам легче будет держать равновесие, чем если у вас носочек будет вытянут. То есть вы таким образом зафиксируете положение тела. И точно так же выдох, опускаем голову, вдох, поднимаем, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, заключительный выдох и вдох, прогиб, ногу вытянули назад, сразу выравниваем ягодицы, собираем пресс и противоположную руку вытягиваем вперед. Дышим, вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох и выдох, поставили руку, поставили ногу, таз ввели на пятки, руки сложили и голову положили на руки, расслабили шею, плечи, прямо смягчите их, расслабьте спину и поясницу. Плавный вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдох и выдох. Достаточно. Со вдохом поднимаетесь, переходите в положение лежа на живот. Ложитесь на живот, руку в диагональ, другая рука на поясницу, бедро не отрываем от пола и со вдохом открываем грудную клетку в сторону, выдох, опускаем, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще два раза вдох, выдох. Заключительный вдох и выдох, меняем сторону на противоположную, меняем руки, рука на поясницу, бедро прижали к полу и вдох, открыли грудную клетку, выдох, опустили, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще два раза вдох, выдох, и заключительный вдох, и выдох, достаточно. Переходите на бок, через бок поднимайтесь и садитесь в растяжку. Одна нога выпрямлена, другая прижата к бедру. Так, выровняли линию позвоночника, вытянулись, и носочек от себя на себя, от себя на себя. Старайтесь спину удерживать так, чтобы она была перпендикулярна полу, то есть линию позвоночника мы сейчас держим. Так, носочек натянули на себя, ушли в наклон. Руки перевели либо на пол, либо на ногу. Нашли свое удобное положение. Кто может, взялись за носок. И помним, как вытягивать позвоночник. Подбородок чуть-чуть к шее.
и макушкой удлиняете спину, пробуйте вытянуть ее. Подышали, вдох, выдох. Почувствуйте потяжение по ноге. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдох. И выдох. Носок от себя. Продолжаем тянуться. Вытягиваем макушкой позвоночник. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Заключительный вдох. И выдох. Возвращайтесь в исходное положение. Если все сделали верно, спине легко. Если чувствуете, что была перенагрузка, то чуть меньше в следующем наклоне. Точно так же выровняли линию позвоночника и носочком поработали от себя на себя. Затем носочек на себя, руками вытолкнули корпус, позвоночник ушли в наклон, руки перевели вперед, на пол, либо на ногу. И точно так же подбородок направляете к шее, вытягиваете макушкой весь позвоночник, выстраиваете линию по позвоночнику от копчика до макушки и дышим, вытягивая ногу, вдох. Выдох. 7 минут, Никита. Спасибо. Выдох. Еще вдох. Выдох. Завершающий вдох. И выдох. Носочек от себя удлинили. Руки просто на ногу. Спину ровно. Позвоночник тянем. Макушку вверх. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, заключительный вдох и выдох. Достаточно. Вышли из наклона, выпрямили другую ногу, немного постучите коленями, расслабьте ноги. Следующая вытяжка чуть более сложная, мне кажется, это складка к двум ногам. Вытаскивайте из-под себя ягодицы, чтобы почувствовать, что вы сидите на тазовых костях. Руками также толкаете себя позади, выравниваете линию позвоночника. Неглубокий наклон, найдите свое положение. Носочки при этом на себя натягивайте. Найдите свое положение и после этого попробуйте руки положить на ноги. Задача, чтобы у вас спина оставалась прямой. Вы не скругляете ее. Подбородок точно так же немного направили к шее, макушкой вытягиваем линию позвоночника. И дышим. Вдох, выдох. Положение легкое, оно не сложно должно быть. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Заключительный вдох. И выдох. Достаточно. Ушли назад. Чуть-чуть отклонились на руках и поставили ногу голенью на колено, чуть выше коленной чашечки. Подтягиваете, собираете ногу, насколько вам доступно. Здесь тоже попробуйте немножко выровнять позвоночник, чуть-чуть удлинить его, убрать изгиб. И подышите. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще вдох, выдох, завершающий вдох и выдох. И вытягиваете ногу, выпрямляете, меняете сторону на другую, точно так же. Собрали ноги, подтянули и позвоночник пробуйте
выравнивать, вытягивать. Когда у вас позвоночник вытягивается, все тело немного тоже начинает тянуться. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще два раза вдох. Выдох. Завершающий вдох. И выдох. Выпрямляете ногу, другую, постучали коленочками, носки из стороны в стороны побросали. Так. 3 минуты. Ага, хорошо. И после этого укладываемся на коврик и вытягиваем позвоночник. Поясницу прижали к полу, плечами отошли от таза. Руки за голову. Подняли лопатки и вытягиваете шейный и грудной отдел. Немножко. А затем сразу опускаете голову на коврик, сохраняя выдержку. Руки на живот и грудную клетку. Так. Поясница прижата к полу и ногами отходите от таза. Найдите свое положение. Так, поясницу прижали и подышали. Вдох, живот подтягиваем, выдох, отпускаем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Завершающий вдох и выдох достаточно. Выпрямили ноги, отпустили поясницу и выходим в скрутку. Стопа на коленную чашечку, противоположная рука на колено, свободную руку в сторону, ладонью в пол. Открылись в скрутку. Так. И немножко побудьте в этом положении. Расслабьте поясницу, мышцы вдоль позвоночника. Вдохните. И еще раз. 1 минута. И затем возвращайтесь на другую сторону точно так же. Стопа на коленную чашечку, рука на противоположное колено и руку в сторону. И скрутка в противоположном направлении. Не давим на колено, только придерживаем его. И вдох. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Также возвращаем таз. Колени подтянули. К себе повращали коленями по кругу. Почувствуйте сейчас свою поясницу. Проверьте, что у вас все хорошо в спине. Нигде не болит, не тянет, мышцы прогреты, позвоночник живой. Так, в обратную сторону тоже повращали. И завершающее движение. Взяли руками за колени, надавили поясницей на пол, приподняли лопатки, немножко подержали. Буквально вдох, выдох и отпускаете корпус, переворачиваетесь на бок и через бок поднимаетесь. Так, и на этом наш основной комплекс окончен. Как себя чувствуете? Так, отлично. Вижу, хорошо.